Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас! Меня зовут Анастасия, и я являюсь основателем фонда Integration to Szczecin. Меня зовут Соломия Бойко, и я являюсь основателем коммуникационного агентства «Глория». У нас для вас замечательная новость. Мы начинаем серию событий «Дорожная карта мигранта». О чем эти события? Есть несколько тем, будут подняты важные темы. Итак, первая, важнейшая тема – это как же все-таки получить быстрее карту побыта в нашем западно-поморском воеводстве. Вторая тема, может быть, она не такая важная, как карта побыта, но она очень актуальная сегодня. Это тема «Эмоциональный интеллект». Что это? Как это? Куда это? Зачем это? Зачем это вообще вам нужно? Об этом вы узнаете на нашем мероприятии. Кстати, о картах расскажут вам бывшие сотрудники Ужинда Воеводского, и вы сможете лично задать им вопросы. Третья тема – это как же купить недвижимость иностранцу в городе Szczecinie. И с вами ее обсудят специалисты. И четвертая тема – это наш маленький сюрприз. Будет очень приятная и полезная тема. Но самый главный сюрприз мы вам приготовили – это площадка, на которой будет мероприятие. Мы уверены, что в 99% вы там не были никогда в городе Szczecin. Это наш тоже сюрприз. И, конечно же, вкусный кофеек, плюшечки, знакомство – это мы вам гарантируем. Итак, 27 ноября мы ждем вас на нашем событии. В 11:00. Карта мигрантов в 11:00. Обязательно сообщите это своим друзьям и знакомым и приходите вместе. Будет очень интересно. А вся информация будет внизу в описании и на страничке в Фейсбуке. Facebook. Как называется страничка? Integration to Szczecin. Итак, дорогие друзья, ждем вас.